Прежде всего, он посмотрит в глаза жителям области. Временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области Александр Соколов рассказал о своих ближайших планах. Сегодня его официально представили общественности. Напомню, указ о досрочном прекращении полномочий Игоря Васильева подписал президент России Владимир Путин. Как оценивают эпоху правления экс-губернатора некоторые депутаты и политологи? И какие задачи ставит перед собой новый глава региона, выясняла Ольга Мартынова. О намерении оставить свой пост Игорь Васильев публично заявил еще накануне. Такое решение экс-глава региона принял, цитата, в связи с приближением окончания срока полномочий. Конец цитаты. Как сам написал в соцсети, отправиться служить на благо всего государства в столицу. Сегодня в правительстве области Игорь Васильев отчитался о своих заслугах перед регионом. Это и ремонт более 1000 километров дорог, благоустройство парковых и дворовых территорий, строительство детских садов, школ и модельных библиотек. В 2017 году у нас начала работать единая государственная служба скорой медицинской помощи и санитарной авиации. Мы создали единую государственную службу гемодиализа. Начали решать главную проблему областного здравоохранения – нехватку врачей и среднего медицинского персонала. В 2021 году мы с вами приступили к масштабной популяризации первичного медицинского звена. Однако некоторые депутаты неоднозначно оценивают службу Игоря Васильева в Кировской области. И жители не увидели его своим. То есть он все-таки же в большей степени ориентировался на такие поверхностные вещи, как бы не проникая глубоко внутрь проблем. Это первое. Второе, что, конечно, смущает, это его окружение. То есть это те судебные скандалы, уже реальные дела или сейчас в процессе, которые на самом деле говорят о том, что команда, которая была вокруг него, она точно, наверное, не является идеальной. В то же время, по словам политологов, Кировская область – экономически депрессивный регион. Здесь сложно реализовать новые проекты. Все же Игорь Васильев смог проявить себя, отмечает политолог Дмитрий Ильин. Есть какие-то локальные успехи, там, допустим, с теми же дорогами стало все-таки лучше, хотя они далеки от идеала по-прежнему. Там, да, строились там детские сады, школы в рамках федеральных проектов. Включение в Кировской области в все мыслимые, ну или почти все мыслимые федеральные проекты и программы. Кроме Васильева, о своем уходе с постов глав региона заявили еще 4 руководителя. Губернаторы Саратовской, Рязанской и Томской областей, а также глава республики Мариэл. Такая единовременная отставка вполне предсказуема, говорят политологи. Скорее всего, решения о сложении полномочий были приняты в Кремле уже давно. Необходимо было время для подбора кадров. Это способ показать, что власть остается в надежных руках. Все идет системно и по плану. Идет плановая замена губернаторов. Ведь никто из губернаторов не сказал: «Ой, простите, я что-то у меня сейчас плохо как-то». Практически все сказали, что они сделали все, что могли, что они готовы дать дорогу молодым. Таким новым руководителем, правда, с пометкой временно исполняющей обязанности главы Кировской области по указу президента назначен Александр Соколов. Он будет возглавлять регион до вступления в должность нового губернатора, выборы которого пройдут осенью. Соколов работал заместителем губернатора Костромской области, а с 2017 года на руководящих должностях в администрации президента России. Сегодня Александра Валентиновича представили первым лицам города и журналистам. В Рио губернатора держался предельно сдержанно и уверенно. Заявил, что возглавлять Кировскую область для него честь и большой вызов. Нужно развивать все точки роста, которые есть. Это медицина, сельское хозяйство, ударные темпы в строительстве социальных объектов. Ну и самое главное, это узнать, что хотят люди. Я собираюсь в ближайшее время составить программу поездки по муниципалитетам, объехать всю Кировскую область, посмотреть в глаза людям, поздороваться с людьми и спросить, что же они хотят на самом деле. Прежде всего, Александр Соколов планирует изучить проблемы Кировской области и познакомиться с руководителями муниципалитетов и областного правительства. Экстренных увольнений, по словам врио губернатора, не будет. А вот какой пост на федеральном уровне займет Игорь Васильев, пока не сообщается.